В Нерюнгри отравились воспитанники республиканской футбольной школы. Дети почувствовали недомогание после ужина в школьной столовой. Из 55 детей школы семеро вчера были госпитализированы в инфекционное отделение Центральной районной больницы. За прошедшие сутки других случаев не зарегистрировано. Состояние всех заболевших детей удовлетворительное. Сейчас в школе футбола объявлен карантин. Учебные и тренировочные мероприятия приостановлены. Прокуратура и Следственным комитетом ведется расследование. Также проводятся бактериологические и вирусологические исследования. 48 детей остались на месте. Мы там развернули обсервационный госпиталь, организовали два медицинских поста сестринских и оставили дежурного врача-педиатра. Ведутся обсервационные листы, наблюдение. При малейшем ухудшении состояния дети будут также госпитализированы в инфекционное отделение. Состояние 7 детей, находящихся в инфекционном отделении, удовлетворительное, стабильное, ухудшения нет. В ходе проверки прокуратура даст оценку организации питания детей в столовой названного образовательного учреждения, соблюдение при этом санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, прокуратура и принято решение о проведении подобной проверки во всех общеобразовательных учреждениях района. Проверка в настоящее время не завершена. По ее результатам при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.